Вот такой дикий образ на фотосессию я придумала для вас. Всем привет, с вами Пинклапки. Поехали! У меня уже нанесен тон на лице, и сейчас я высветляю область под глазами. Гелем укладываю брови, не придавая им четкой очерченной формы. Скулы и боковые части лба выделяю очень-очень темным цветом. Не пугайтесь, с этим образом это не будет бросаться в глаза. Покрываю верхнее веко белыми тенями. Они будут служить подложкой основному цвету. Фиолетовые тени наношу на все веко, за исключением области возле яблочка глаза. Вывожу цвет к виску от излома брови. Также в уголки глаз, заходя немного на нос. Примерно должно получиться так. Теперь на яблочко наношу перламутр. Он будет подложкой под основной красный цвет теней. Контур губ обвожу черным карандашом. Кстати, перед этим я нанесла немного бальзама, и карандаш так ложится легче. Середину губ не закрашиваю. Наношу туда красные тени. А весь оставшийся черный цвет покрываю фиолетовым. Подвожу водную линию глаза черным карандашом. Прокрашиваю ресницы, клею перья в уголки глаз и готово!